Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех на своем канале. Так, вот смотрите, мы осенью садили семена скрещенной малины. Вот у нас так, малиновая слива на Владимир. Пыльцу брали с малиновой сливы, скрещивали на Владимира. Малина Владимир ремонтантная. Так, ну так вот мы посадили, да, эти еще несколько сортов еще не повсходило. А скрещенная малина, малиновая слива и Владимир, они вот повсходили. Смотрите, сколько сеянцев зашло. Это скрещенная малина. Так, сейчас покажу, как мы будем ее высаживать. Так. Сейчас что-нибудь возьму, ковырял какую-нибудь. Такие вот маленькие растюшки. Так, не фокусируется. Так, берем вот наши стаканы, подписываем их. Вот малиновая слива Владимир. Берем наши растюшки. Так, сажаем в грунт. Грунт pH. Так, 5,2, 6,5. Засыпаем грунт. Обязательно в стакане делаем дренажное отверстие. Сейчас вот покажу, чтобы лишняя влага выходила. Так, берем наше растение. О, листочек оторвался. Так, вот наш сеянец. Делаем углубление в стакане. И высаживаем. Так, ну в этом году, первый год она не даст ягоду, на следующий год она уже у нас заплодоносит. Хотя сеянцы зашли очень рано. Что-то, видать, здесь освещение уже темнеть начало. Освещение слабое. Так, все. И накрываем вот такими вот стаканами. Это вот точно такие же стаканы. Отрезаем сверху бортик. Вот так вот. И накрываем. Для того, чтобы наши растения без проблем прижились. Ну, после того, как малина заплодоносит, посмотрим на ее урожайность. Если нам понравится, то оставим в размножение. Будем размножать. И если сорт будет хороший, достойным, тогда будем с вами делиться этим сортом. Те варианты, которые не понравятся, просто будем удалять и выкидывать. Так, ну малиновая слива — это очень крупная ягода, размером от 15 до 20 грамм. Очень сладкая, транспортабельная, причем очень вкусная. Если сорт Владимир, ну сорт
так, сорт малинового слива, правда, получился немножко поздноватый. Сорт Владимир — это очень ранняя ремонтантная малина получилась. Ягода небольшого размера, где-то от 4 до 5-6 грамм, вот такая вот ягода. Но зато она очень ранняя и очень дико урожайная. Поэтому скрестили два сорта и хотим посмотреть, что из этого получится. В принципе, все. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Также имеются в продаже саженцы малины ежевики. Ежевики около 50 сортов и малины около 50 сортов. Также имеется линейка своих сортов. Малины такие, как вот малиновая слива, Владимир, царский подарок и кустанайская красавица. Все. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До свидания.